Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо ситуацію в ракетно-космічній галузі України. У нас в гостях доктор технічних наук Юрій Мітіков. Юрій Мітіков, доктор технічних наук, працює на фізико-технічному факультеті ДНУ імені Олеся Гончара, завідувач кафедри двигунобудування, заслужений винахідник конструкторського бюро «Південне», входить до Національної спілки журналістів України, популяризатор науки, одружений, виховав сина, хобі, гірські лижі, парапланеризм. Юрій Олексійович, я радий вітати вас у нашій студії. Ну, власне, ми зустрічаємося з вами у річницю створення, як сказано у Вікіпедії, але перед ефіром ви мене трохи так поправили. В Вікіпедії сказано міжконтинентальної балістичної ракети, що була створена КБ «Південне». Про це ми ще поговоримо, але я хотів би почати нашу розмову з події, що передували цьому. Власне, от 1950-ті роки. Чому, власне, вирішили створювати ракетно-космічну техніку у Дніпрі, тоді и Днепропетровску? Для этого было много причин. Во-первых, это был достаточно известный научный центр Днепр. Тут были научные кадры местные. Вот. Второе, рядом Запорожье, где делают стали, собственно говоря, основные материалы, из которых, ну, которые... Ну, складовые для створения власти. Служат основой, да, для ракетной техники. Во-вторых, надо было рассредоточить, потому что все оно было в Подмосковье, в Москве, то есть один центр, ну, оно со всех точек зрения нехорошо. И тут была территория, вот этот вот автомобильный завод, который в 1944 году начали строить и построили, там пленные немцы начинали, огромная территория за городом, ну, в общем-то, вот так как бы карты таким образом легли. Да, ну, власне, от ця подія сталася у 1957 році, а оці роки мене саме цікавлять початок 50-х. Тобто, як створювалось це підприємство ІКБ і Південмаш, два підприємства? Наскільки взагалі от вони були засекречені? Тобто, чи знали, скажімо так, наші тодішні супротивники на той момент, ми розуміємо, що була холодна війна, що отакі розробки починаються і це все робиться у нас? Місці. Ну, на мой взгляд, конечно же, знали. Тут, да. Просто город был закрыт, и усложнялись контакты, если и были бы какие. Ну, не знаю, как нам всякие лекции читали, то узнавать что-то на Южмаше и в КБ Южной особого смысла не имело. Все, что надо, узнавали в министерстве. Там, где были планы, где были всякие вот такие предатели, типа Пеньковский, там, ну, это все же наверху в Москве. А тут что, ну, человек делает какой-то клапан. Он даже не знает, зачем он, что он, к чему, сколько их там. Особого смысла не было, я так думаю. А город, конечно, был закрыт, и это вносило определенные там нюансы. Саме через це, тому що тут існували такі підприємства. Да, спочатку був создан завод, який впоследствии став називатися Южний машиностроїтний. При ньому було конструкторське бюро, целью которого было сопровождение изготовления ракеты Р-1 и Р-2. А Р-1 – это полная копия ФАУ-2, только по уже советским технологиям. ФАУ-2 – это ракеты, которые разрабатывались у нацистской Немеччины на прикинце войны. Да, Вернер фон Браун. Вернера фон Брауна и много ракетчиков американцы сумели забрать в Соединенные Штаты, а его правую руку Гельмута Гретрупа еще 4500 немецких специалистов забрали в Советский Союз. То есть они тут благополучно на острове Городомля, на Селигере, в такой, в общем-то, изоляции, в почетном плену. Платили им хорошо, периодически вывозили в Москву на там Большой театр, в Третьяковку, то есть, ну, такую культурную программу. Причем мои старшие товарищи с немцами там работали, в том числе и Яндель, кстати, тоже там учился премудростям ракетной техники. Ну, там есть чему поучиться. Немецкие ракетчики учились у нобелевских лауреатов. Поэтому и образование. Ну, недаром у немцев и танки, и самолеты, и подводные лодки, вся, в общем-то, военная техника была на высочайшем уровне, что люди получили настоящее образование. Ну так, і до речі, от ми зустрічаємось у вас сьогодні 80-та річниця початку виконання, скажімо так, плану Барбароса, нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз. І, власне, перші місяці це була просто катастрофа, в тому числі з технічної точки зору, не тільки з людської. Ну,
На мой взгляд, я не историк, но вот сколько я слышал, знаю, именно с человеческой точки зрения. Потому что Советский Союз был вооружен ну, в полтора, а то в два раза лучше, чем, чем Германия. И по количеству танков, и самолетов, и артиллеристов. Але перші дні війни ми знаємо, скільки було знищено, в тому числі і техніки. Ну, завдяки авіаударам, да, знову ж таки, дискусійне питання, наскільки взагалі було радянське керівництво знало, що саме в цей день. Ну, всі розуміли, що йдуть такі плани, що є такі плани, але Юрій Олексійович, тема розмови, да, ми так можемо далеко зайти. Тема я все-таки да. пропоную повернутися до КБ, до Южмашу. От ви згадали, до речі, що, в принципі, якась людина могла сидіти, створювати якийсь клапан, взагалі не знала, для чого це робиться, але ви згадали такі постаті, зокрема, згадали Михайла Янгеля. Тобто я хотів би трохи так поговорити про кадри. І от Михайло Янгель, що це була така за постать? І його роль це... взагалі у розробці ракетно-космічної техніки? Взагалі, наскільки я знаю, я, к сожалению, його не застав, тільки зі слов старших товаришів, але і з літератури. Благодаря книгам Платонова, з которым ми хороші товариші, і він багато розказував. Ну, це... Удивительный человек, удивительный человек. Это вот мы перед эфиром вспоминали Тэтчер. То есть человек был с железной силой воли, прекрасно понимал, что надо делать. И вот это знаменитый его постулат, что военным надо не то, что они хотят, а то, что им надо. Потому что по грамотности, безусловно, конструктора понимали лучше то, что требуется. Он получил шикарное образование. Это просто и перед тем, как попасть, возглавить... организацию, которая впоследствии называлась КБ «Южная», он прошел такую жизненную школу, что ну, это любой может позавидовать. У него руководитель дипломного проекта был Поликарпов Николай Николаевич. Это единственный из авиаконструкторов, который не был партийным. Можете сказать, глубоко верующий человек, соответственно, глубоко порядочный. То есть, ну, это его так, отличало от всяких там Яковлевых, и, там, Микоянов, там, ну, и авиаконструкторов, прочих проходимцев. Которые, в общем-то, Поликарповы сожрали. А Поликарпов... Это вы про сына наркома маете на увазе, да, так? Да. Авиаконструктор, он возглавлял КБ. Потом, к нему, кстати, Янгель потом попал после того, как Поликарпов умер. То есть это прошел очень хорошую школу, да. И работал и в перспективных разработках. И КБ Поликарпова делая истребитель, который был лучше Фоке-Вульфа 109F. І Юрій я, Олексійович, да, навіть я да. зараз не розумію. Давайте говорити так, щоб розуміли ну, наші глядачі. Да. Лучший самоліт того времени это был да, немецкий, а Поликарпов в 39-м году сделал лучше. Ну, было все сделано, чтобы Чкалов на нем погиб, то есть было подстроено. Ну, там много таких всяких вещей. То есть Янгель понимал и вот это вот и интриганство, и технику, и участвовал в создании двухместного истребителя сопровождения. То есть на 20 лет они опередили как бы, ну, техническую, так сказать, вот эту направленность. Потом появились двухместные такие самолеты. Вот. И когда правительство приняло решение, ну, на мой взгляд, правильно, что мы авиацией в холодной войне Америку не догоним, у нас нет баз. Если у тех там на Окинаве, в Италии, в Турции, в Англии базы, в Южной Корее, то есть они могут самолетами... В Испании, сдается, так уж было у франкійські. Ну, да. Там була певна домовленість, да. Да, щоб цей да. режим, да. який, в принципі, так досить тісно спілкувався. Ну, бази американські, вони так, вроде, нічого ж плохого, как бы, не делают, летают, улетают. Ну, от, кстати, они же водородные бомбы уронили в Паломересе, в Испании. Их потом искали, искали. И одну нашли, вторую, по-моему, там где-то в море намного позже. Поэтому было сделано направление на ракетную технику. А где взять станки, оборудование, рабочую силу? Все, мы же за закрытым занавесом. Поэтому все было... Авиация сокращалась, и сокращалась морской флот. Вот Янгеля из авиации перекинули в ракетную технику. Он закончил там академию, работал в Министерстве авиационной промышленности, то есть знал научный мир, достижения в авиации, дислокацию, где там что можно позаимствовать. Вот. И потом он работал в НИИ-88, где Королёв возглавлял конструкторское бюро. Но все разрабатывала главная организация, НИИ-88. Що це за організація, де вона знаходилась? Вона раніше таке місце називалось Подлипки. Станція Подлипки, а город Калінінград, зараз називається Корольов. Ну, зараз уже це Москва, фактично. Фактично Москва. Вот. Ну, це був головний центр. Корольов возглавлял перше время один із 23
конструкторки отделов, то есть начальник отдела. И надо, вот просто как история несправедливо устроена. КБ Янгеля было на 2 года раньше, даже с лишним, чем КБ Королева. И Янгель был начальником Королева. Начальником был, директором этого НИИ, главным инженером. Вот. И там, конечно, у них возникали конфликты, потому что Королев, в общем-то, эксплуатировал немцев, а немцы на кислороде и керосине им ничего не давали испытывать, ну, даже кислород, спирт, собственно говоря, тут отличия небольшие. Вот. А военные понимали, что на жидком кислороде и керосине ракеты, ну, военные не годятся. Ну, как какие-то там трюки, оружие запугивания, может быть, да. А он испаряется, он кипит при минус 183 градуса, все время подпитывать, либо к установке железнодорожная ветка, которая подвозит цистерну за цистерной жидкий кислород, либо завод. Ну, о какой маскировке, конспирации может идти речь, позиции? Ну, вообще несерьезно. А у немцев была зенитная ракета «Вассерфаль» на высококипящих компонентах, которые при нормальной температуре жидкости. И вот и НИИ-88, и Янгель был председатель научно-технического совета, и приняли решение такую ракету разрабатывать. Королев категорически отказался. Ну, он не знал рецептов, как такие ракеты делать. Поэтому Янгель сам возглавил, он и Макеев. Макеев потом возглавил конструкторское бюро баллистических ракет для подводных лодок в МИАСе на Урале. Это его хороший ученик, у нас были очень хорошие с этой организацией отношения, и сделали ракету, которая по праву стоит возле обладминистрации у нас, 8К-11, хотя ее не КБ Южная проектировала и не Южмаш делал, но она послужила основой. Ее сделали на ту же дальность и на тот же вес боевой части, что и ФАУ-2, она оказалась там больше, чем в 2 раза легче. То есть легче, удобнее в эксплуатации, потому что это топливо, которое, ну, хранится, ну, соблюдательно, конечно, требования техники безопасности. До речі, от я хотів вас питати. Ви згадали прізвище Корольова, да. З ним, власне, пов'язують, да, політ першої людини в, у відкритий космос, не у відкритий космос, а у космос, да? Це Юрій Гагарін. Да. От у мене у цьому, ви перехопили так трошки моє питання, яке стосується того, наскільки взагалі в середовищі ракетників була сильна конкуренція, протистояння, і це позитивно чи негативно все-таки відображалось на тих розгробках, які мали місце, і, власне, ті роботі. Або навпаки, це, так би мовити, давало певний поштовх, конкуренція, да, для того, щоб робити кращий продукт. Ну, якщо говорити абстрактно, то конкуренція, в общем-то, це завжди хорошо. Ну, треба просто вспомнити ті времена. Це ще, якщо ми говоримо там 53-й, 54-й год, в 54-му году КБ було створено. Тобто це ще розгул тих порядків. Бериївщини, все от це стукачество. Янгель-то как попал в Днепр сюда? Завод срывал планы выпуска ракеты Р-1 и Р-2, и Берия его вызвал, дал команду езжать. Это под Москвой, який? Так? Вызвал, да. Вызвал, когда... Не, я про завод, моя новость. НИИ-88, да, что, мол, это Королев и вот эти конструктора, которые наконструировали, а тут не могут сделать, поезжай в своем болоте, разберись там. И говорит, я тебе помогу. Дал своего костолома, зама этого самого... Ну, на суть важливо, так, свого, да, заступника. Да. Ну, тут приехали сразу же, директора репрессировали, семью репрессировали, главный инженер сразу же застрелился, чтобы семью не подводить, чтобы под репрессии не попасть. То есть такие времена были. А заводу не было поставлено оборудование. То есть вот руководство, оно же могло написать жалобу, что не поставлено такое-то оборудование. Они же не поставили не потому, что там по... Ну, не хотели, потому что его просто нету, не успели сделать, ни это не достали, ну, не знаю. То есть они бы тех подвели. Вот такая ситуация. Вот. И Янгель привез с собой конструкторов, а он как начальник Королева, он имел право сам принимать тут решение. Они за 1,5 месяца все переконструировали и сделали так, что ее можно на том оборудовании, которое есть, выпускать. И это в Днепре уже. В Днепре, да. И Макаров, и этот, и там другие руководители, они просто... Ну, были в захвате от Янгеля, что вот так спокойно, быстро, правильно, понимая возможности производства, сделал так, что можно ее серийно выпускать и делать сроки. Но это сыграло впоследствии злую шутку.
Вот сейчас мы пожинаем это плоды. В любом конструкторском бюро есть опытный завод, а вот в КБ «Южный» его не было, потому что роль такого завода выполнял серийный завод «Южмаш». Настолько были доверительные, хорошие, теплые товарищеские отношения, что чтобы опытный завод осваивает технологии, потом передает серийный завод, тот осваивает. То есть больше полгода, а то и год теряется вот на эти вот передачи, освоения там, и так далее. Тут этого не было. То есть ракета прямо шла, так сказать, можно сказать, территориально, в принципе, два предприемства размещивалось так. Порядок. Они-то у всех как бы и рядом, но вот что не надо переосваивать, потому что другие люди серийно занимаются этим делом. Так, Юрій Олексійович, власне, от стосовно тієї дати, про яку ми почали говорити, 22 червня 1957 року. Знову ж таки, те, що зазначено в Вікіпедії, те, що ви сказали мені перед ефіром неправильно, це перша міжконтинентальна балістична ракета. Чому вона не міжконтинентальна, як ви сказали, і що це взагалі, яке значення цієї події, що відбулося? Ну, это первая ракета, она называется стратегическая ракета, баллистическая ракета дальнего действия на 2000 километров. То есть вот из Прибалтики, с Карпат, она простреливала всю Европу и практически всю Англию. То есть вот это страны НАТО, вот это они тут держали под прицелом. И это уже ракета, которая могла стоять более-менее замаскирована, старт первое время был открытый. Вот и это революционная ракета во многом. Во-первых, Янгель, опять же, чтобы быстро ее сделать, эту ракету, вот пошел на такой шаг. Увеличили, было техническое задание, выдано правительством, там всеми инстанциями, на 1200 сделать, а Янгель сам пошел, пробил 2000. Это, вот сейчас как бы мы думаем, ну, вроде бы так это правильный шаг. А это был шаг огромного мужества. Вот руководители ракетного научно-исследовательского института в 1938 году расстреляли за «Катюшу». У них спрашивают, у кого-то есть «Катюша» на вооружении? Вы самые умные. Зачем вы растратили государственные деньги, не пойми на что? Где? В Германии есть «Катюши», в Англии или в Штатах. Чем вы занимаетесь? Это же вредители. Ну, расстреляли. А через 4 месяца на этом самом, на Халхин-Голе, на самолет были подвешены там мне под плоскостями эти установки реактивные. И с первого же пуска 6 бомбардировщиков сбили. Ну, людей уже расстреляли. Ян, этот самый, Королёв. Юрій Олексійович, зараз ми перейдемо знову таки про війну і таке інше. Давайте все-таки ближче до нашої теми. 22 июня 1957 года был проведен первый пуск этой ракеты в Копьяре, Капустин-Яр. Это Сталинградская, Волгоградская, это, значит, область, был сделан полигон, руководил им Вознюк. Вот. Королёв не удержался, приехал посмотреть, увидел, а ракета против канонов была длинней. Ну, потому что нужна дальность, и оснастка была от Фау-2. Если ждать новую оснастку, то еще год-полтора бы затянулось. А приняли решение, там клапан перелива, уникальное техническое решение. Прошел пуск, и первый же пуск прошел успешно. В те времена это было вообще фурор. Обычно там 2-3, там 4 пуска, чтобы как-то научить ее там летать, подправить, потому что все на земле толком не отработаешь. А тут с первого раза все получилось. И ряд уникальных решений. Первое – это автономная система управления. Если ракеты Королева шли на радиокоррекции, то с земли локаторами ее направляли там куда-то. Во что мог вмешаться супостат и сбить там все это дело, ну, по-своему ею управлять. Второе, вот этот вот был сделан клапан перелива, чтобы центр тяжести был повыше, то управляемость была лучше. И надув бака без всяких газов окислителя проходил перекись водорода. Я недавно продуктами разложения, столкнулся с выпускниками Массачусетского университета, они до сих пор не знают и пальцем у виска крутят. Да это же нельзя делать. В 1956 году мои старшие товарищи Кукушкин Владимир Иванович, Антонов Виктор Алексеевич, Кашанов Эрик Михайлович, разработали эту систему, нашли конструктивное решение двухкопеечное. Так, а университет ходит в десятку кращих у світі, між іншим, Массачусетский технологичный. Ну, мабуть, и в трійку входит. Ну, там різні рейтинги, давайте на цьому не зупинятися. Да. Якщо ми вже згадали університетську освіту, тобто розгрубка і будівництво цієї техніки, про яку ми говоримо, залежить в першу чергу від кадрів. У ті ж роки, у 1950-ті роки, був створений в Дніпропетровському державному університеті, зараз це Дніпровський національний університет, фізико-технічний факультет. Чи можна говорити, що це був певний такий філіал і КБ, і Южмашу, і Південмашу, і взагалі, перші роки факультету, що це були за роки, хто випускався, які це люди? Ну, філіал нет, все-таки
Задача ОКБ Южная – проектировать и конструировать, Южмаша изготавливать. Да. А тут подготовка шла специалистов. Первые, ну, может быть, штатные преподаватели их заимствовали откуда только можно было, с России, там, с других мест. Но что очень важно, сразу же для чтения лекций привлекались ведущие специалисты КБ. Иванов Иванович, крупнейший двигателист. Там. Я могу еще называть ряд фамилий. То есть они читали прямо вот с пылу жару, и большой был сделан, ну как, не крен, что-то такое, может, неправильно, а большая часть была практических работ прямо в КБ и на Южмаше, прямо в цехах проходили, прямо показывали конструкцию, смотрели, как они делаются, почему так, почему эдак. И я еще застал, допустим, вот я имел честь слушать лекции, допустим, будущего академика Пилипенко, то есть это, ну, такие, Махин у нас читал лекции, я последним курс, которым он еще читал, это крупнейший методист-двигателист, высокого мнения о нем, и Дегтярев был покойный. Генеральный конструктор, он в Ленинградском военмехе тоже по его учебнику учились. Вот, то есть привлекались специалисты, проектанты, технологи, изготовители. Вот этот сплав позволял, кстати, в этом году 70 лет физтеху. Ну вот, властно, да, чему я в том числе и задал. Выдающиеся ракетчики, как Команов Владимир Геннадьевич, УС. Команов – это ведущий конструктор «Зенита», «Морского старта», так, УС, так уж недавно «Сатаны». Помер, почесний громадянин, да, міста. Да, к сожалению, да. УС, Станислав Иванович, вообще интересные люди, горнолыжники, воднолыжники, такие жизнерадостные люди. И много других могу назвать фамилии просто за неимение времени, которые заняли ключевые посты и руководили, и проводили правильную техническую политику, и пользовались уважением в коллективе. Чи вірно говорити, що фізико-технічний факультет протягом всього свого існування, у всякому випадку до початку 90-х років, цей період ми також, цього періоду ми також торкнемося, готував кадри виключно для КБ та для Південмашу? Нет, это не так. Специалисты работали кругом. Воронежское КБ, наверное, процентов на 40 двигательно укомплектовано нашими специалистами. В Москве после Королева руководила эта организация, ну вот как мы говорим, Королевской, выпускник кафедры двигунобудования Семенов. Там «Недай вода» руководил тоже крупнейшим там ракетной фирмой, тоже наш выпускник. Это опять же навскидку. Очень много военных. Тогда у нас около 30% ребят забирали в армию, потому что технически грамотные люди на такой сложной технике военное училище в таком объеме не готовили. Поэтому они служили, и мои вот одногруппники до полковников, ну не знаю, много это или немало, ну, в принципе, нормальный полковник. Вот. Служили. Поэтому по всему Советскому Союзу, и в МИАСе, и кругом. В Омске, вот эту же ракету, о которой мы сейчас говорили, 8К-63, которая стала основой войск. Яка у нас тут находится макет. Да. Ну, макет он находится у нас, КБ Южная забрала перед входом, КБ Южная стоит. Вот. Мало того, она же сыграла ключевую роль в Карибском кризисе, ее же возили на Кубу. Це 62-й рік, таке жорстке протистояння, яке ледь не вилилося у гарячу фазу ядерної війни. 75% Соединенных Штатов простреливало с Кубы. Вот. Второе, что Янгель, опять же, на ее базе сделал двухступенчатую ракету, которую, ну, все и зрители, и, да, знают, как ракета-носитель космоса. Это к этой первой ступени поставили вторую ступень, она лежит у нас возле 13-го корпуса, к сожалению, так, в Занепаде. Вот, и запускали, то есть ракета-носитель космоса. В Занепаде вы сказали, а кто может допомогти, скажем так, чтобы якось це все відновити? Це справа лише університету, чи, можливо, якихось людей, які університеті... там, в тому числі, закінчували, як, наприклад, другий президент? В университете на это нет ни денег, ни, так мне кажется, ни какого-то желания, потому что все как-то гордятся тем, что это какой-то классический университет, которых тысячи во всем мире, а у которого есть вот такая вот родзинка, как физтех, где законченный цикл подготовки по ракетно-космической технике, ракетоносители, двигатели, спутники, и системы управления, и эксплуатации. Ну, питание финансирования так уж никто, да, напевно, не снимал. А, да, это же вторая ступень стоит. Под обтекателем стоит спутник. Я предлагал, и в газетах писал, и в обладминистрации рассказывал, что вот возле первого корпуса поставить на какую-то такую, ну, прозрачную подставку, светодиодами выложить пламя, чтобы вот вечером, ночью, оно там 2,5 вольта, то есть опасности не представляет, светит. Угу. Поднять обтекатель, там спутник, первый украинский спутник ДС-2, именно запущен вот этой вот ракетой.
первые украинские спутники. И, собственно говоря, часть КБ «Южная» занималась и занимается спутниками. Это уже после проголошення незалежності, так, запущено было? Тут три запущено спутника. А до этого их делали много. 100, я сейчас боюсь соврать, там... Ну, больше сотни, Юрій Олексійович, так багато часу лишається. Я хочу до сьогоднішнього вже дня перейти. Да? От, завдяки чому вдалося зберегти фізтех у 90-ті роки? Адже ми знаємо, в якій ситуації скрутні перебувала і КБ, і Південмаш. Ну, первое, что я хотел бы сказать, во-первых, могучая база методическая. То есть вот с 1951-1952 года накоплен большой объем методических всяких пособий. У нас лаборатория конструкции. Только я нагадаю, что у нас буквально півтори хвилини лишается, а хочется уже сказать и про сегодняшний день. Ну и остались кадры. Был такой на тот момент феноменальный декан Джур, его называют народный декан. Он... Так, так, ну, так, він і досі і... викладає, до речі. Викладає, йому 80 років, от нещодавно було. Викладає, так. Да. Ну, вже він не декан, звісно, да, але до сих пор викладає. Ну, і, к сожалению, все одно ситуація ухудшається з кадрами. Молодежь не йде, тому що, ну, платять копійки. Менше середньої зарплати. Ну, щоб, допустим, отримати 15 тисяч, то где-то молодой человек технических наук, как, ну, в лучшем случае к 40 годам, что у него был там стаж какой-то, там еще там степень получил, звание, там вот, тогда какие-то надбавочки, ну где-то вот под 15 тысяч, вернее грязными он получит. Из ваших слов выходит, что не треба идти на фестах. Я верно интерпретую ваши слова? Дело в том, что вот это чисто преподавательское, которое сейчас, к сожалению, занимает много времени, даже не преподавательское, а бумаготворческое. Сейчас только бумаг мы готовим, а в принципе... Специалисты востребованы, нас приглашают читать лекции за границу, мы могли бы и обучали иностранных студентов, тоже хорошие оплаты. То есть специалист, как кто-то сказал недавно по телевизору, хороший врач бедным не может быть. Так же, как специалист в ракетной технике, потому что работа за границей в Европе, тебе дают зеленую карту моментально, потому что она в списке приоритетных профессий. Вот наши выпускники работают сейчас в Европе. Да, от, до речі, щоб підсумувати нашу розмову, от, наприклад, людина закінчила фізико-технічний факультет. Такий досить ґрунтовний, не кожен здатен. Я б, наприклад, чесно скажу, навряд чи я зміг би навчатися. Все-таки в мене гуманітарний профіль. Так, навчили би. А от які перспективи все-таки? Ну, от за останні півтора роки у нас фактически 5 иностранных предприятий, где платят совершенно другие деньги, чем в КБ «Южная». Они сейчас, пользуясь сложностями в КБ «Южная» и «Южмаш», они переманили ведущих специалистов. Но ведущие специалисты, я имею в виду те, которые работают, это, ну, как бы нижнее и среднее звено. То есть руководители они, естественно, не берут. Зарплата от 1000 долларов начинается. Хорошие специалисты – 2000 долларов. Но это уже какие-то для Днепропетровска какие-то деньги такие так, хорошие. А если работать за границей, вот сейчас приезжал мой выпускник, он работает в Германии, 8000 евро получает. Ну, это на первом году. Это... На первом году. Это у них принято же, если ты нормально работаешь, каждый год там на 15-20% повышать это просто. А если ты где-то отличился, значит еще больше. Ну, было бы желание работать, были знания. Да. Юрій Олексійович, на жаль, уже часу у нас не лишается. Я вам дякую за эту розмову. Нагадаю, сегодня у нас в гостях был доктор технических наук Юрій Мітіков. На все добре. До побачення.